Всем привет! Сегодня у нас вторая часть нашей самоделки. Вначале нам понадобится вот такая. Потом мы берем вот эти. Любые такие вот. Потом их соединяем. Видно? Смотрите, я на пол. Может. Теперь мы берем такие вот. Чтобы она держалась. Вот. Теперь мы берем вот такую вот. Ставим ее вот сюда. Так вот получается. Ну а теперь мы ставим. Ой. Сейчас мы будем двигатель. Вот и наш двигатель. Сейчас мы его будем вставлять. Нам надо вот так вот ставить. Потом все во вторую ставить. Так вот. Потом мы это вот сюда вот вставляем. И накрываем такими гибками. Кстати, вот гибки. И у нас крутится все. Теперь мы по желанию можете стеклышко поставить так. Потом мы закрываем вот такими вот двумя. Ой, я хотела сейчас камеру взять. Вот. Теперь мы ставим вот эти вот. Видно вот, вот эти вот. Все. Кстати, в первом видео я рассказываю про нее. Ну вот. Теперь мы ее вот так вот ставим. Ой. Сейчас опять поставлю. Видно? Вот. Вот так вот. Все. Теперь толкалка. Мы это откладываем в сторону, кстати, еще для упора, чтобы она держалась. Я поставила. Ну, а теперь толкалка она стоит. Вот так вот. Видно? Ну и все. Так что, ставьте лайки. Можете подписываться на мой канал. Вот я вам сейчас ее покажу целую. Ну ладно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!